Доброе утро. Доброе. Постепенно собираемся, ждем, потом начнем. Пока нас только четверо.
Еще раз добрый день всем, кто к нам присоединился. Ну как, будем начинать или еще подождем? Что-то у нас маловато пока. Давайте 2 минуты подождем. Ну давайте до 10:10. Окей. Две минуты нам не помогли. Наше число не увеличилось за 2 минуты. Давайте начинать. Ну, давайте начинать. Так. А можно сразу вопрос задать? Конечно, давайте. Все вопросы, пожалуйста. А вот на Маке я столкнулся с такой проблемой, что он не знает такую команду, как GDB. Да, конечно, это абсолютно неудивительно. GDB-дебаггера там по умолчанию нет. Но если вы его установите через Homebrew или MacPorts, то он будет. Нам для этого Homebrew, MacPorts и нужны. Мы доустанавливаем те команды, которые в стандартной комплектации Mac отсутствуют. Ну, Mac OS. Все, я понял, хорошо. У вас спасибо. Homebrew? MacPorts. MacPorts. Ну, там легко, там port, install, что-то такое, GDB, по-моему, так. Он находит порт и инсталлирует. Окей. Значит, давайте мы посмотрим, что мы сделали вчера. Мы дошли до такого места, где сделали запрос на получение IP-адресов. Помните? Мы находимся на gethost by name. Да, gethost by name. И получили мы эти адреса в binary формате. Значит, смотрите, вообще вот эта механика работы с IP-адресами и с TCP-UDP-адресами, где к IP-адресу прибавляется порт, она в Network State of C сделана, ну, безбожно путанно. То есть вы должны эти адреса помнить, в каких структурах они лежат, как их преобразовывать. Вот мы получили какой-то список адресов. Вроде бы это array of char pointers, а на самом деле это вовсе и не char pointers. Как ни странно. Мы их попытались напечатать в символьном виде,
а они не печатаются в символьном виде, как вы видели. Потому что на самом деле они оказались в binary виде. И, ну, в общем, что-то с этим нам надо делать. Значит, это просто магия такая. Нужно посмотреть на несколько типов, которые у нас есть. И сейчас я, наверное, даже сделаю так, я более широкий экран расширю. Значит, давайте, сейчас, одну секундочку. Так, сейчас все окна видны, да? Все видно? А, вот теперь, да. Окей. Вот то, в котором мы вчера работали, вот это наше среднее. Остальные будем использовать для примера. Очень часто эти вещи невозможно и даже и не нужно запомнить. Очень часто самое полезное, что можно сделать, это просто посмотреть на какие-то софтверные решения, которые вы уже до этого реализовывали, и просто по образцу сделать эти преобразования. Значит, вот одна из моих систем, которая была ранее реализована, справа в окне. И здесь тоже использовался Godhost byName, только его shared safe версия, вот Godhost byName R. Мы выделили там дополнительно буфер, еще чего-то. Ну, в данном случае мы решили, что пока не нужно, помните? И вот мы получили список, собственно, наших адресов. Дальше написано get the first address returned. It is in other, not in other t. Это еще что такое? А у нас есть такой хедер стандартный, который лежит в Unix-системах в директории /usr/include, который называется, вот вы видите его слева, /netinet/inh. В нем как раз... Оба? Да, что вы видите? Вот netinet... Slash h, да? Да, net. Define, который. Slash in dot h. Вот видите, в левом нижнем углу. В нем как раз указывается формат адресов. То есть это системный header файл. Если мы там какую-то информацию не можем найти в manual пейджах или в литературе, manual пейджи обычно описывают функции, но иногда могут не описывать в деталях форматы данных, которые эти функции используют, то хорошая идея просто посмотреть в хедер, а что же там. Так вот, мы начинаем с того, что, видите, написано Internet Address. In other t – это просто uint32t. uint32t – это гарантированно 32-битовое, беззнаковое целое число. И все. Ну, действительно, интернет-адрес – это просто набор, как мы с вами видели, четырех октетов. То есть четырех байтов по 8 бит в каждом. Поэтому, естественно, его можно интерпретировать просто как 32-битовое число. Вот использование такого рода типов, например, int32t и uint32t, оно довольно важно при программировании и в C, и в C++. Почему? Потому что, ну, в целом мы, наверное, знаем, что на современных 64-битовых системах вроде бы как int имеет как раз длину 32 бита, он со знаком, а unsigned, он же unsigned int, тоже имеет длину 32 бита, и он без знака. В чем разница тогда между unsigned int и uint32t, как вы думаете? В uint32t. Не расслышал вас? Да нет, я подумал и не так.
Разница заключается в том, что UN32T гарантирован в любой системе, в любой реализации, что это будет действительно 32-битовое unsigned число. А просто unsigned, а кто его знает? Значит, просто unsigned int, ну, на 32-битовой системе он, скорее всего, 32 бита. На 64-битовой дальше становится интересным. В Linux и в macOS, то есть в Unix, он обычно тоже 32 бита, то есть unsigned int. А вот в Windows на 64 битах он, если я правильно помню, 64 бита. То есть мы, получается, если используем int или unsigned int, мы зависим от конкретной операционной системы, этой архитектуры, можем получить другое значение, не обязательно 32 бита. Но интернет-то протокол все-таки требует от нас именно 32. Поэтому, чтобы обеспечить переносимость, portability нашей программы, мы не должны полагаться на то, какой длины int, unsigned int в данной системе для данного процессора, а должны использовать инвариантный тип, который всегда unsigned и 32 бита, это UN32T. Вот этим, между прочим, C отличается, C++ отличается от Java, потому что в Java как раз, когда ее ввели, первый стандарт, и с тех пор все время стандартные типы имеют стандартную длину. Ну, понятно почему, потому что Java не привязана к никакой архитектуре процессора. Java-программы выполняются на виртуальной машине, на Java Virtual Machine. И там все очень просто. Byte 8 бит, так называется тип byte, short 16, соответственно, int 32, long 64. Это в какой-то момент там считалось преимуществом Java, но на самом деле особым преимуществом не является, потому что тот же самый эффект очень легко получить в C++, просто используя вот такие типы. А если нам нужен 64-битовый тип, мы, соответственно, скажем uint 64T, а 16-битовый uint 16T, который может быть то же самое, что short, unsigned short, а может быть и нет. Поэтому там, где нам нужно точно, там мы используем вот эти вот явные типы с длиной. То есть вот что на самом деле представляет собой in other t, как мы легко себе можем представить. Затем, извините, непонятно зачем, вводится еще отдельная структура под названием in other, которая содержит всего одно поле, вот это вот in other t, которое называется sother. То есть в принципе, вот как вы думаете, в этом случае структура, состоящая из одного поля, она эквивалентна просто этому полю или не эквивалентна? То есть на самом деле вот в байнере представлении, как эти данные располагаются в памяти, это точно гарантировано одно и то же или нет? Ну, я думаю, если указано две строчки, то они не одни и те же будут. Ну, понимаете, они могут быть все синтаксически неэквивалентны, но вот так возникает вопрос, а в чем разница-то? Struct, в котором одно поле, ну и? Дело в том, что компилятор может делать еще такие вещи, которые называются alignment. То есть, например, UN32T, 4-байтовое целое число, оно не по произвольному адресу располагается в памяти, а обычно оно должно располагаться с адреса, который кратен 4. В некоторых процессорах это просто обязательно, иначе при попытке доступа к такому числу, именно не как к последовательности байтов, а как к числу в целом, если мы хотим это число загрузить в регистр, возникает просто hardware-ошибка, которая к нам приходит потом как сигнал. Значит,
которое означает фактически memory error или что-то в этом роде. В нашем процессоре, в Intel X64, это не приводит к ошибке, но доступ к таким невыровненным данным будет просто более медленный. Поэтому лучше располагать их, и компилятор располагает, по адресам кратным 4. А вот структуры компилятор может выравнивать даже и на более крупные адреса. То есть, например, он может сделать так, что структура всегда выравнивается на 8-байтовую границу. То есть ее адрес начинается с 8 байтов. И в этом случае, поскольку ее адрес начинается с 8 байтов, то есть с 8-байтовой границы, а внутри она содержит 4 байта, она где-то содержит пэддинг, который заполняет оставшиеся 4 байта, то ли спереди, то ли сзади. В принципе, это up to the compiler to decide how to do it. Поэтому теоретически с точностью до пэддинга, ну вот именно не с точностью даже, а с различием в пэддинге, мы можем получить, что layout in other T и in other не совсем эквивалентен. То есть, например, в in other поле может располагаться или на 4 байта от начала, или, например, от 4 байта от конца. То есть тогда будет в начале. Мы этого не знаем, и поэтому лучше все-таки там, где формат требует использования структуры, то использовать настоящую структуру, потому что она будет гарантировать alignment. Так вот, если там где-то внимательно читать документацию, выясняется, что то, что нам возвратила функция getHostByName, на самом деле в H, вот в этой вот HostEnd, мы получаем вот эти вот in other структуры. Ну ладно. Значит, сейчас мы будем интерпретировать, и мы все-таки адреса, которые мы получаем, напечатаем. Посмотрим, что же у нас там есть. Значит, смотрите. Значит, хорошо. Если у нас нет ошибки, то мы напечатаем, потом опять документируем. Значит, мы делаем так. I от 0 до стандартной парадигмы C, начинаем энумерацию от 0, и I меньше, чем число элементов. То есть если у нас n элементов в arrays, то это означает, что мы перебираем индекс от 0 до n минус 1, то есть I от 0 и I меньше n. Меньше length. Ну, напечатаем. А как мы напечатаем? Подумаем. Ну, напечатаем как строчку, используя некоторую функцию преобразования. Вот по прошлому опыту видно, что есть вот такая вот функция inetn2a, которая преобразует адрес в строку. Ну, кстати, что такое в строку? Это означает, что она возвращает поинтер на эту строку, где, собственно говоря, эта строка реально и локируется, а вот функции inetn2a ее и локирует. Поэтому сразу возникает вопрос, а опять же, является ли и эта функция тоже strcsave? Любая функция, которая выдает поинтер на какой-то объект, который мы не сами создали, это означает, что она его создает. А если она его создает динамически, то возникает вопрос, является ли эта операция strcsave. И об этом всегда следует помнить при программировании на C. Ну, мы сейчас здесь single-threaded, поэтому мы это можем себе позволить. Значит, ну вот попробуем. Inet. Ну, вначале, во-первых, вот что. Значит, мы получаем in other. Ну, менять мы его не будем. Значит, const. И надо, sorry, const. А я его назову.
и мы просто преобразуем тип pointer, который формально на char. В C++ мы используем reinterpret cast, а в C мы делаем вообще совершенно прямой вот такой вот дубовый cast pointer. Говорим, нет, это pointer не на char. Это pointer на самом деле на вот этот вот in other. Значит, и преобразуем таким образом he что у нас там he h other list от i. Можем заключить его в скобки, тогда будет более понятно. Берется вот этот вот pointer. Синтаксически это pointer на char. Мы говорим, нет, это не char на самом деле. Кастаем его, то есть просто реинтерпретируем как pointer на another const. Это очень плохая практика с точки зрения C++. Ну, за исключением тех случаев, когда мы явно знаем, что делаем. И поэтому там мы это отмечаем, вот как справа написано, специальной конструкцией, которая называется reinterpret cast. А в C это абсолютно распространенная практика. Именно поэтому C гораздо менее надежен overall, чем C++. Можно кастать любой pointer в любой тип. Объявить, нет, это значит не pointer на char, это pointer на самом деле на another. Ну, окей. И теперь мы... Используя вот эту вот функцию init n2a, мы преобразуем значение в string. Давайте на нее посмотрим. Что нам нужно еще объявить? Ага, а нам нужно объявить помимо еще net init in, нам почему-то может понадобиться sysocket h и arpa init h. Зачем все эти хедеры? Почему нельзя было объявить там все необходимые функции в одном из них? Это такой remnant того, что у нас было в начале 80-х годов, когда этот стек разрабатывался. А, то есть обязательно все три нужны в библиотеке, да, подключить? А мы не знаем, какие из них нужны. Здесь указаны три. Ну, давайте от греха подальше включим все три. Неиспользованный хедер большой опасности не несет. А вот если его нет... тогда мы, а он необходим, то мы получим compilation error, потому что мы пытаемся использовать функцию, которая до этого не задекларирована. Раз она не задекларирована, хедер отсутствует, то компилятор не знает, правильные ли мы параметры подставляем в эту функцию, и он нам даст, соответственно, ошибку. Уже не будет, сделали все три. Значит, что она говорит? Она говорит, что init init n2a получает вот этот вот struct another. Ну ладно, это struct another, мы на него pointer и получили. Хорошо, значит, pointer мы получили. Поэтому pointer берем, собственно, структуру и подставляем сюда. Так. Получилось? Так, сейчас. Вроде да. Так, почему, тем не менее, она нам что-то говорит нехорошее про init n2a? Хедера нет. А, потому что мы не закрыли скобку. Или почему? А, вот почему. Потому что, в отличие от C++, в C нам нужно написать struct another. Ну, ладно. И здесь struct another. Ну вот теперь хорошо. Так, ну давайте посмотрим, что у нас будет. Так, мне не хочется постоянно вводить новую команду cc, но сейчас ничего не поделаю. Значит, еще раз. Мы потом с вами сделаем makefile. И сможем эту команду каждый раз не печатать заново. Значит, как сделать, мы
прямо вот после этого увидим. Minus, помните, у нас был W all, ну да, на всякий случай пока minus G. И вот что мы компилируем. Ну окей. Окей. Значит, и еще раз, ну что у нас там было? HTTP. Так, и вот смотрите, мы получили аж 4 IP-адреса. Только лишний пробел сделал при печати. Вот на самом деле мы получили 4 IP-адреса, каждый из которых соответствует вот этому вот хосту. FAS.org – это Federation of American Scientists. Есть такая общественная организация. Окей. Ну, похоже что-то на правду. Да? Для того, чтобы потом обратиться к этому серверу, нам нужен всего один IP-адрес. То есть мы предполагаем, что много IP-адресов – это просто для load-balancing. Более того, посмотрите, что мы их получаем в разные последовательности, и более того, они вообще разные. Мы запустили эту функцию два раза, и смотрите, адреса не одинаковые. Адрес 3.82.72.216, который у нас в первом ране был, во втором ране отсутствует. Вопрос, как же так, как вы думаете? Почему? Это нормально или ненормально? Зато 52, 206, 180, 68, которые мы получили во втором ране, отсутствовал в первом. Что бы это значило? Откуда мы эти адреса получаем? Кто их нам реально дает? Их дает DNS-сервер. Причем структура DNS-серверов достаточно сложная. То есть мы пытаемся получить адрес для вот этого вот хостнейма www.fas.org. И когда мы делаем обращение к какому-то нашему DNS-серверу, он может и не иметь IP-адреса для вот любого хостнейма или любого домена, как мы говорим. Эти, ну, термины почти эквивалентны в данной ситуации. Но он знает, что, ага, name оканчивается на .org. Это означает, что он запрашивает master server, один из таких pre-configured master серверов, которая, ну, во-первых, master server для всего интернета, который дает нам сервер для или серверы для .org. Получили серверы для .org. Делаем второй запрос. Знает ли он, что такое fast.org? После того, как он или ответил сам, или дал нам редирект на другой сервер, который знает, что такое fast.org, мы делаем запрос fast.org. Получаем уже triple w.fast.org. То есть на самом деле процесс DNS-резолюшена, он довольно такой complicated. Для нас getHostByName это делает behind the scenes. Но в некоторых ситуациях может быть, что нам нужно самим написать вот этот вот DNS-резолюшен. Это происходит, наверное, ну, например, в тех случаях, когда мы хотим сделать это, может быть, как-то побыстрее, более эффективно, или сделать эту операцию не блокирующей, если нам нужно много таких операций сделать там, в разных средах и так далее. Тогда мы можем сами написать или использовать какую-то другую, менее стандартную библиотеку, DNS-клиент, который будет, ну, каким-то более гибким образом это делать. Например, он запускает не блокирующие операции по DNS-резолюшн, а мы в это время можем решать какие-то свои задачи, чего-то считать. Ну, например. Ну, здесь мы сделали стандартную простую блокирующую операцию.
Ну, что мы будем делать? Почему все IP-адреса разные? Ну, не все, но частично разные. Это как раз пример load balancing. DNS-сервер специально так сконфигурирован, что он дает разные адреса. Динамический IP? Что вы говорите? Динамический IP? Ну, они не совсем динамические, они просто multiple. Их много, и при каждом, может быть, они и статические, но их много, и при каждом обращении к серверу нам показывается какой-то кусочек из этого много. Для того, чтобы клиент, который обращается из там, разных стран, разных точек доступа и так далее, получали бы разные адреса, обращения шли бы через разные раутеры, и в конце концов таким образом каким-то как-то балансировалась бы инфраструктура. Более того, многие веб-серверы современные, они вообще работают через Content Delivery Networks, CDNs, которые уже кэшуют содержимое этих серверов и предоставляют клиентам, то есть сервер не обязательно должен находиться где-то там в Соединенных Штатах, а у него могут быть локальные кэшированные копии в Европе, в Азии и везде поближе к конкретному пользователю. Поэтому может быть, что DNS здесь нам выдает просто не адрес мастер-сервера, а адрес какого-то локального прокси, который реализует вот это вот CDN, Content Delivery Network. И их может быть много, и поэтому мы получаем разные адреса. Ну, кстати говоря, у нас есть такая замечательная команда, которая называется GeoIPLOOKUP, которая примерно скажет, в какой стране, а может быть, источник для города находится тот или иной адрес. Ну, посмотрим. Ага, вот этот находится в Вирджинии и принадлежит, надо полагать, непонятно кому, значит, а второй находится, ну, строго говоря, непонятно где. Уже детальной информации по адресу нет. А то, что есть какие-то координаты, я им как-то так мало доверяю. А третий? Третий тоже в Вирджинии, в Эшборне. А четвертый? Не совсем понятно. Ну ладно. Что мы будем делать с этим? Нам нужен всего какой-то один адрес. Печать оставим, но просто документируем пока. Нам нужен всего один адрес. Ну и давайте мы из тех адресов, которые мы получили, выберем какой-то адрес случайно. Как вы думаете, как мы будем случайным образом выбирать адрес? Вот мы получили список из N адресов, где N – это вот эта вот величина H-length, которую мы знаем уже не 0, она положительная. То есть, по крайней мере, единица есть. Как взять для этого списка случайный индекс и по этому случайному индексу взять элемент? Ну что, генератор случайных чисел нам нужен, как вы думаете? Верно. А мы хитрые. Мы не будем возиться с генератором случайных чисел. Мы можем просто длину на какое-то число разделить. А какое число? Длину на какое-то число разделить. Ну, не длину на какое-то число, а наоборот, какое-то большое число взять по модулю длины. То есть большое случайное число взять по модулю длины. Верно. Какое же мы большое случайное число возьмем? А вы знаете что?
хорошее большое случайное число – это просто текущее время в наносекундах. Поэтому любые два последовательных вызова этой функции дадут нам явно разные значения. Вот есть такая функция getTimeOfDay. И так, ну, getTimeOfDay нам дает с точностью не до наносекунд, а микросекунд, как здесь написано. Ну, в общем, тоже можно. Для нас это как-то не очень принципиально, правильно? То есть она нам дает структуру TimeVal, и у нее есть время в секундах, и есть время в микросекундах. Ну, может, нас это и устроит, например, там время в микросекундах. Наверное, да. Можно еще что-нибудь. Например, вот там функция просто time, она дает время в секундах от эпохи. Это грубовато. Ну, наверное. Там clock got time, ну, можно. Значит, вот да, она дает, например, наносекунды. Но как-то это не очень принципиально для нас. Я думаю, что got time of day, который везде есть и там легко реализовано, нас вполне устроит. Ну, давайте. Значит, пишем так. Struct timeval. Да, где у нас getTimeOfDay определена? А нам нужно для этого header sysTime. Да? SysTime. Там у нас будет struct timeval, у которого есть tvsec и tvmicrosec. Окей. Хорошо. Значит, struct timeval tv, getTimeOfDay заполняет его, таймзон нам абсолютно не нужна. Передаем адрес, и второй pointer это для таймзоны, но нас она абсолютно не интересует, нам число нужно. Int age в таком случае у нас будет, ну, здесь вот нужно осторожно, значит, age и age length это у нас был тоже int, да? Значит, мы делаем следующее. TV это su seconds t microseconds, но microseconds естественно конвертируется в int. Хорошо. Значит, int от tv usec деленный на, не деленный, а по модулю. H-length. После этого мы можем сказать, что наконец-то struct in other, вот наш, собственно говоря, адрес, к которому мы будем обращаться, это опять же cast. Вот нашего индекса H. Ну, чтобы проверить, что все мы правильно сделали, мы можем еще раз в конце сделать этот print. Раскомментировав. Но только теперь уже не в цикле, а просто вот так. Так, что-то не то. Правильно, мы использовали C++ style conversion int of, а в C нам нужно, наоборот, int взять в скобочке. Но это беда невелика.
Так, и почему-то... А, и у нас опечатка не of that, а of day. Так. А C-шная конвенция наоборот. Ну, теперь окей. Ну, получили 3, 82, 72, 216. В следующем ранее получаем другой. Иногда одинаково, иногда не одинаково. Хорошо. IP есть. Хост IP есть. Вот теперь наша задача заключается в том, что мы должны к этому IP законнектиться. Собственно говоря, мы пока что сделали не connect, а именно вот get the host IP. Вот теперь у нас начинается реально connect. Но уже не ту host name, а ту host IP. Плюс порт. При коннекте мы должны указать порт. Ну и так. Что при этом происходит? Мы уже обсуждали, сейчас просто это важно как-то, наверное, обговорить еще раз, что HTTP – это протокол, надстроенный над TCP. TCP – это стрим протокол, connection-oriented, в котором мы сначала устанавливаем connection с сервером, и потом мы получаем от него read'ом там или receive'ом, мы увидим как, стрим байтов. Что такое установить connection с сервером? Вот там установить какое-то электрическое соединение, это достаточно понятно. Это просто воткнуть вилку в розетку, и электрическое поле распространяется через контакт. Правильно? А что такое установить TCP connection? Установление TCP connection это на самом деле просто обмен некоторыми служебными месседжами, каждый из которых представляет собой просто некую IP. Дейтаграмму, которая посылается. То есть есть message стандартный для инициализации TCP connection, который называется message типа syn. S-Y-N. Вот в книге TCP IP Illustrated Ричарда Стивенса это все просто очень четко показано и прорисовано. Когда клиент устанавливает TCP connection, а клиент именно потому и называется клиентом, что он инициирует TCP connection, то он посылает на сервер соответствующий message syn. Сказание IP-адреса и порта, к которому он соединяется. Сервер, если принимает этот connection, как принимает, мы... Когда будем сами свой сервер реализовывать, а это, я думаю, что будет позже сегодня, мы увидим. Если connection принят, то есть сервер, вначале ядро получило это сообщение и делегировало его application level программе, которая слушает соответствующий порт на предмет входящих коннекшенов и принимает его, выполняя системный вызов accept, то accept заключается в том, что сервер отвечает клиенту коротким месседжем ACK, тоже специального формата. Acknowledgement. ACK. После этого установление connection это three-way negotiation. Клиент, получив ACK,
еще раз нотифицирует сервер своим эком. То есть последовательность установления connection это syn ec ec. Окей. В принципе, вот для чего это сделано? Как вы думаете, для чего вот такая вот трехфазная процедура установления connection? То есть почему, почему нельзя, ну, допустим, просто чтобы клиент, ну, просто на какой-то порт начинал бы там или посылать данные, или... Для безопасности? Вот, в общем, да. Дело в том, что... Ну, для надежности и для безопасности. Дело в том, что поскольку устанавливается connection, смотрите, то сервер всегда знает, какой на самом деле IP к нему присоединился. Вот это вот очень важно. Ведь, смотрите, предположим, что... Ну, вот предположим, что клиент пытается послать SYN на сервер, указав какой-то подставной IP, не настоящий. Так? Но сервер-то отвечает ЭКом, посылая ЭК на тот IP, который клиент указал. Если он указал не настоящий IP, то сервер на него пошлет ЭК, но с него уже, поскольку IP не настоящий, клиент ЭК второй не пошлет. То есть мы не можем выдать себя за кого-то другого. Мы обязаны указать свой настоящий IP для того, чтобы сервер ответил нам ЭКом, и мы могли бы повторить свой ЭК. То есть технология TCP-соединения позволяет, возможно, наверное, какие-то ситуации достаточно такие хитроумные, когда можно сделать double substitution, но в принципе сервер может идентифицировать, кто, с какого IP с ним устанавливается соединение. В отличие от UDP. UDP-клиент может бомбардировать любыми месседжами сервер, и сервер абсолютно не в состоянии выяснить, откуда эти месседжи приходят, потому что до этого момента не было там three-way negotiation. То есть это одновременно и надежность, и безопасность. И клиент, и сервер знают IP-адреса друг друга, знают, с кем они взаимодействуют. Окей. Для того, чтобы мы могли сделать connect, мы вначале должны просто создать сокет. Сокет — это файловый дескриптор. Аналогичный, помните, мы обсуждали вчера, что при открытии файла в Unix и, в частности, Linux ядре создаются управляющие структуры для этого файла, а клиент, который этот файл открыл, просто получает какой-то цифровой, просто integer handle. Просто целое число, которое представляет собой номер хендла. И вот этот номер называется файловый дескриптор. Сокеты, реализованы в виде расширения этого механизма. Мы создаем сокет, то есть создаем какие-то управляющие структуры внутри ядра, которые позволят нам после этого делать внешние коммуникации, и получаем handle в виде просто сокет-дескриптора, допустим, там SD, который потом, когда он нам не нужен, можно закрыть точно так же, как файл. И если мы его закрываем, то ядро еще и автоматически терминирует TCP connection, посылая на противоположную сторону message fin, в отличие от syn, fin, F-I-N, что означает финализировать connection. И значит, мы, он нам отвечает ECM, acknowledgement. Окей. Значит, самый главный момент в сокетном API заключается в том, что коммуникации идут через сокеты, и нам этот сокет нужно создать. GetHostByName уже внутри создавала временный сокет,
который был нужен для того, чтобы обратиться, а может быть и не один, к DNS-серверам. Но мы этого не видели, потому что это было сделано внутри функции Gethost by name, а вот теперь нам уже явно придется создавать свой собственный сокет. Ну, отлично. Значит, давайте мы так и сделаем. Создадим свой собственный сокет. Окей. Легко догадаться, что, наверное, это делается с помощью системного вызова сокет. Посмотрим, что же он от нас хочет. И правда, значит, для этого нужно еще включить systypes h и sysocket h, если мы еще не включили. Так, sysocket h есть, а systypes h нет. Ладно, включаем. Вот теперь смотрите, у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, начиная от NetDB, 6 хедеров, а мы еще особо и соединений не сделали. 6 хедеров включены для того, чтобы мы могли задекларировать необходимые функции и константы. Окей. Открываем сокет. Int. Ну, пусть сокет дескриптор этого как раз вот будет наш SD. Сокет дескриптор. Вызываем функцию сокет. И видите, что у нее аргументы domain, type и protocol. Domain – это то, что мы вчера обсуждали. Есть сокеты, предназначенные для внешних коммуникаций, а есть внутренние Unix domain сокеты. Помните? Unix domain сокеты – это один из механизмов IPC, Interprocess Communication. Вот в этой табличке, например, AF Unix, AF – это как раз domain. Почему AF? Трудно сказать. Или AF Local – это Unix domain сокеты. Наш сокет будет иметь domain AF Inet для интернет-коммуникаций. Плюс есть еще разные, потому что помимо, собственно говоря, IP протоколы есть и другие, как вы видите, там, например, там есть APX, AppleTalk, еще что-то. Очень важным может быть AF Inet 6, который для IP version 6. Ну, вообще разных типов сокетов много, полезных из них не очень много. Хорошо. Значит, первый аргумент – это AF Inet. Второй аргумент – это type, type сокета. Вот type сокета фактически означает, что мы хотим использовать, TCP или UDP. SockStream – это использование TCP, SockDigram – это использование Datagram, то есть UDP сокета. Есть еще и остальные, но они реже используются, поэтому, значит, мы здесь пишем SockStream. Третий аргумент – это протокол. Но вы можете сказать, вот видите, int protocol. А что, если мы уже указали AF и net в качестве домена и SockStream, разве это не определяет однозначно протокол, что протокол будет TCP? Как вы думаете, определяет или нет? Ну, в общем, да. За исключением случаев, когда мы действительно используем какой-то там специфический нестандартный протокол. Linux Ядро много их поддерживает. Поэтому в данном случае мы можем ничего не делать и указать просто в качестве последнего аргумента 0. Это означает, что мы используем дефолт протокол. А дефолт протокол для интернета и SockStream – это, естественно, TCP. То
То, что мы потом хотим HTTP реализовать, HTTP запрос, это, извините, on top of TCP, пока мы делаем просто TCP соединение. Хорошо. Значит, что нам дает функция SD? Она дает вот этот вот socket descriptor, который в нормальных ситуациях имеет номер от нуля и выше. На самом деле, поскольку 0, 1 и 2 уже заняты, это то же самое пространство файловых дескрипторов. 0 – это standard input, 1 – standard output, 2 – standard error, то мы получим что-нибудь там побольше. В любом случае, отрицательное значение – это ошибка. Поэтому мы проверим. Если SD меньше 0, то что-то нехорошо. Если получилось, что мы не можем создать сокет, то устанавливается системная переменная под названием ErrorNo, которая дает нам код ошибки. И ее полезно напечатать. Это редко, когда будет, например, если мы открыли слишком много сокетов, и в конце концов просто там, больше 1024, например, или что-то такое, мы не можем создать еще один. Здесь крайне маловероятно, что такое произойдет, но лучше это дело предусмотреть. Значит, ErrorNo требует от нас включить, чтобы его использовать, еще ErrorNo.h. В данном случае это не функция, а считайте глобальные переменные из environment процесса, которые содержат код ошибки, если такая ошибка и произошла. Ну а если нет, то ErrorNo равен нулю. Есть еще полезная такая вот функция strError, которая дает ошибку в символьном виде. Не просто в виде числа, которое мы потом сами расшифровываем. Аргументом strr является как раз ErrorNo. Ну ладно. Значит, string.h. И видите, она опять не thread-safe, потому что если мы хотим ее сделать thread-safe, то мы должны использовать strr.r. Это потому, что она использует ErrorNo, который может быть оверрайтен другим threadом, если другой thread тоже делает соответствующие операции. Ну ладно, так, а string h у нас уже есть. Хорошо. Значит, печатаем сообщение об ошибке. И здесь, соответственно, мы что напишем? Str от ErrorNo. И все. Больше ничего сделать нельзя. Return one. Ну, это крайне маловероятно. Значит, хорошо. Сокет создали. Теперь есть такая операция, которая называется binding сокета. Дело в том, что вы можете забайндить этот сокет, то есть привязать его к локальному вашему IP-адресу здесь, на локальной машине, и может быть к локальному порту. Для клиента это не обязательно. Для сервера это обязательно. Сейчас мы увидим почему. Смотрите, почему для сервера важно, чтобы созданный сокет был привязан для сервера, мы не сервер сейчас, был привязан к конкретному порту. Потому что это будет один какой-то константный well-known port. Well-known – это значит, что клиент должен знать номер этого порта для того, чтобы он мог обратиться к серверу. Или он знает его, потому что это где-то опубликовано в литературе. Или он знает, потому что это стандартный порт для данного протокола. Как помните, мы видели 80 для HTTP и 443 для HTTPS. Или там по другой какой-то причине знает, но знает. То есть сервер сидит на фиксированном порту, и на этом фиксированном порту, который известен так или иначе
каким-то образом для всех клиентов, сервер получает запросы. А клиенту, в общем-то, достаточно безразлично, какой локальный порт использовать. Он может использовать и там любой случайно выбранный для него операционной системой порт. Поэтому клиент обычно bind не делает, то есть он не указывает себе локальный IP и локальный порт. Ну, локальный IP это какой? У клиента есть какой-то IP-адрес. Вот я сейчас это делаю на своем локальном ноутбуке. У этого локального ноутбука есть какой-то локальный IP-адрес. Локальный IP-адрес можно посмотреть командой IP-other или аналогичная более старая команда ifconfig. Видите, IP-other и ifconfig вывел более или менее одинаковую информацию. Что она означает? Она означает, что у данной машины есть, ну, логически в системе Linux есть три сетевых интерфейса. Один из них называется LO, и это loopback. Второй называется, ну, они здесь в разной последовательности, WLP59S0. Вот он здесь. Третий называется VRBR0. Непонятно, зачем он. LO loopback. Это условный интерфейс, который используется для внутренних коммуникаций между процессами на данной машине. Но знаете, что весело? Что это не Unix Domain Socket. Мы уже с вами выяснили, что Unix Domain Socket используется для Interprocess Communications. Так вот, на самом деле не только. Можно и через обыкновенные интернет-сокеты коммуницировать между процессами внутри одной машины, и тогда они используют вот этот вот внутренний интернет-адрес 127.0.0.1 и, например, разные порты. Это не то же самое, что Unix Domain. Это логически вроде бы интернет-сокет, но на самом деле это внутренние коммуникации в ядре между локальными процессами. То есть на самом деле IPC возможен даже и через Interprocess Communication, даже через интернет-сокеты. Вопрос «зачем?» Ответ, ну, редко зачем. Но традиционно, то есть можно ли вообще жить без 127.0.0.1, в там, довольно большом числе случаев можно. Но традиционно этот механизм остается. Какие-то компоненты традиционно коммуницируют вот таким вот образом. Хотя это вроде бы и неэффективно, и вообще странно выглядит, для чего этот loopback нужен. Но он есть. Второй адаптер, логический адаптер, как бы, он имеет, кстати, присвоенный ему IP-адрес, он предназначен для, кстати, не очень понятно для чего, но я думаю, что для коммуникации с виртуальными машинами. Если вот эта Linux-система у меня, она работает не на виртуальной машине. Она работает просто на железной машине, на hardware, который представляет собой мой ноутбук. Но если бы под ним была виртуальная машина, а сейчас это достаточно частая парадигма, то Linux может создавать специальный виртуальный network adapter, с помощью которого различные виртуальные машины, работающие на одной железной машине, тоже могут коммуницировать друг с другом. В данном случае он просто автоматически создается при старте системы, но он абсолютно не нужен. В принципе, его можно даже, наверное, там выключить и сэкономить сколько-то не очень много килобайтов системных ресурсов. А вот третий network adapter, он абсолютно реальный.
Это просто wireless Wi-Fi адаптер, который установлен в этой машине, распознается ядром и получил от ядра вот такое вот немножко странное название. Он и обеспечивает сейчас все сетевые коммуникации. Через него у нас сейчас идет трафик для Zoom, благодаря чему вы можете меня слышать. Он имеет внутренний IP-адрес на локальной домашней подсети 192.168.0.98. Маску, которая означает, что первые 3 байта из него – это, собственно, сеть. Последний байт – это он относится к устройству. Это означает, что на домашней сети можно, как мы с вами обсуждали, 253 компьютера или ну, любых устройств, подключенных к ней, создать. Это абсолютно реальный адаптер. Если я при этом... Кстати, можно и сделать, посмотрим, что будет. Если я при этом еще воткну в USB-C коннектор специальный адаптер, который дает нам Ethernet проводной, то, наверное, у меня здесь появится еще какое-то устройство. Давайте посмотрим, появится или не появится. Очень может быть, что и да. Но оно, естественно, сейчас, когда в нем не будет никакого провода, никакого IP-адреса иметь не будет. Ну вот посмотрим. Подождите секунду. У вас звук пропал. Он отошел за проводом. Так, устройство найдено. Значит, могу его, кстати, показать. А, ну тогда share screen пропадет. Хорошо. Значит, это просто Ethernet адаптер, который имеет на одном конце Type-C, он же Lightning коннектор, но на другом конце Ethernet. Втыкаем. Провода в нем нет. Но устройство все-таки, наверное, должно как-то возникнуть. Что вы видите? Кто заметил? Новое устройство видите? Вот оно. То есть теперь у нас два физических устройства. Из них одно работает. Ну, а второй не сконфигурирован, потому что в нем провода нет. Это понятно. Более того, при некотором желании можно, если бы был слот свободный, но его, по-моему, нет, значит, можно было бы воткнуть и третий. Это, например, мобильный телефон. И он тоже, с точки зрения операционной системы Linux, представлял бы собой внешнее Ethernet-устройство. То есть мобильный телефон, который используется как wireless адаптер, преобразует, например, LTE 4G трафик в Ethernet дейтаграммы, а с точки зрения компьютера, в котором он присутствует, он работает как просто еще один Ethernet адаптер. И я теоретически могу всем этим Ethernet адаптерам присвоить какие-то IP-адреса. Это означает, что когда я запускаю
клиентскую программу на моем компьютере, то мы создаем сокет. Этот сокет будет использоваться для связи с внешним миром. И возникает вопрос, а через какой, собственно говоря, адаптер пойдет эта связь, если их несколько? Правильно? И вот для этих целей как раз используется системный вызов bind. Мы можем указать локальный IP-адрес, все эти адаптеры будут иметь различные IP-адреса, и мы можем указать, через какой, собственно говоря, адаптер данный клиент будет работать. Это может быть там, в каких-то ситуациях важно, потому что, например, там один адаптер представляет собой просто там адаптер для коммуникации через внутреннюю сеть, один, допустим, через внешнюю, один резервный и так далее. То есть в каких-то ситуациях это абсолютно нормально иметь multi-homed host. Вот такое выражение есть, multi-homed host. Home в данном случае – это именно адаптер, через который он коммуникирует. То есть multi-homed – это host, у которого компьютер, у которого есть несколько Ethernet-адаптеров. И в таком случае может иметь смысл привязать данный сокет, используя системный вызов bind, к какому-то локальному IP, с тем, чтобы он после этого все свои коммуникации вел через адаптер, ассоциированный с этим IP. Вот эта идея понятна? Для чего мы можем байнд использовать на клиенте тоже? На сервере всегда нужен, потому что без этого мы просто не сможем присвоить порт данному сокету. На клиенте, если у нас есть всего один работающий адаптер, то это не обязательно. Но если несколько, то может иметь смысл указать какой. Ну, давайте на секунду остановимся. Пока все ясно? Я вас не слышу. Если вот посидеть еще, вчитаться, то... Хорошо. Мы пока на самом деле ничего особенного не сделали. Мы сокет создали, и он еще у нас не начал ничего делать. А вот теперь давайте, то есть пока мы просто обосновали, что ладно, bind делать не будем. Давайте напишем здесь can also bind the socket to a local IP и local port. But this is not strictly necessary. Для сервера bind делать будем. Хорошо. Значит, bind не делаем. Теперь, собственно, делаем connect. Для того, чтобы сделать connect, нам нужно указать, куда мы коннектимся. Значит, опять же, наш лучший друг сейчас это main. main2connect. И смотрите, вот системный вызов connect. У него есть сокет FD, это вот этот вот наш SD, который мы создали. Дальше у него есть sock adder, struct sock adder аргумент. Это адрес, к которому мы коннектимся. И длина этого адреса. Возникает вопрос. А у нас же уже был там этот inet adder или in adder. Вот он, видите? В чем же разница между in adder и sock adder? Как вы думаете? Ну, разница огромная. In adder это просто IP. Sock adder будет содержать и IP, и порт каким-то образом.
Ну вот это мы и сделаем, но на самом деле SoCadder это просто, может быть, он и здесь есть. Да, значит, struct SoCadder в Unix это просто union различных более конкретных адресов. Ну, например, SoCadder in и SoCadder in 6. Нам-то на самом деле нужен наш SoCadder in. А struct SoCadder это такой, знаете, overall umbrella тип, который означает union произвольных адресов. То есть на самом деле нам нужен не произвольный, а вполне конкретный адрес. Поэтому мы создаем структурку, которая называется struct SoCadder in. Значит, ну давайте, значит, make the server address. Struct SoCadder in. Ну, так его и назовем SA. И теперь начинаем его заполнять. Смотрите, что у него есть. У него есть in port T. Это какой-то просто short, наверное. И у него есть вот этот вот struct in other по имени sin other, который мы уже знаем. Значит, sa, ну давайте начнем с интернет-адреса, in other, sa sin other равен чему? У нас уже есть этот адрес. Вот он, IA. Только IA это pointer, а здесь просто структура, значит, то, на что IA указывает. И SA synport равно port, который мы уже сформировали. Вот теперь у нас сформирована структура, которую можно использовать для соединение. Окей. И мы делаем connect. Получаем какой-то return code. Мы говорим int rc равно connect. Аргументом connect once again. Аргументом коннекта является первым. Это socket, SD. Второй аргумент это construct SoCadder pointer. Но struct SoCadder нам не нужен. Вместо этого мы используем наш SoCadder in. Потому что SoCadder это просто union всех этих. Поэтому мы безбожно совершенно делаем опять cast. Struct SoCadder const. Const можно написать или спереди, или сзади. Главное, до звездочки, до pointer. Const pointer от адреса SA. Ну и длина нашего этого адреса, это, собственно говоря, длина вот этого вот struct SA. Size of от SA. Так. Вот теперь самое интересное. Если мы получили отрицательный результат, это означает, что не смогли законнектиться. Cannot connect to server. Давайте укажем, какой. %s%d и укажем, собственно говоря, почему. Так. И здесь в этом сообщении об ошибке мы укажем, значит,
IP это у нас будет вот этот Inet N2A. Вот IA. Порт это, собственно, наш порт. И почему? Это опять же используем RNO для этих целей. STRR от RNO. И если не смогли законнектиться, то опять же return one. Так. Ну что, компилируем. Так. Так, passing argument to from incompatible pointer type. А, потому что я печатку, у меня seek other вместо sock other. Sorry. Yes, okay. Ну что, идем на Federation of American Scientists. Так. Вот это уже становится интересно. Cannot connect to server. IP port, значит, мы получили invalid argument. Это интересно. Значит, invalid argument скорее всего означает, что мы все-таки значит, сокет-то у нас, скорее всего, корректный. Кстати, можно его тоже указать. Значит, сок равно, или SD равно. Это наш сокет. Сокет у нас создан успешно. Значит, тот факт, что мы не смогли сделать connect, означает, что мы не можем здесь сделать вот такой вот каст. Что-то здесь не учли. Значит, сделали каст, и как-то этот наш socadder in не распознался. Сейчас будем думать, почему. Когда это все основано не на строгих типах, а на кастах, действительно, SD равно 3, потому что 0, 1 и 2 заняты, значит, мы получили третий. Ну, значит, у нас invalid argument. Ладно. Почему? Давайте посмотрим, каким примером, как это мы делали. История интересная. Так. Проще посмотреть пример, который мы реализовывали, чем думать, какой каст нам здесь нужно. Можно открыть Стивенса и там, конечно, найти. Думаю, что у нас какой-то пример будет вот здесь. Итак. Connect. Ага, connect. Peer-peer. Лен, хорошо. Ну-ка, и что же это у нас за... А, сори. IU адрес. Да нет, все верно. По сути дела, это sock adder in. И интересно. Значит, тем не менее, мы получаем invalid argument на коннекте. Ну что ж, сейчас, наверное, самое время сделать 5 минут перерыв или 10 минут. После этого мы подумаем, почему это происходит. Окей? Хорошо. Да, хорошо, давайте. Спасибо. Окей.
Возвращаемся потихоньку. Да, мы тут. Отлично. Значит, надо обратить внимание вот на какую вещь. Смотрите. У нас в представлении данных на нашем компьютере возможны два, на самом деле больше, чем два, но обычно считается, что там два основных формата. Это Little Endian и Big Endian. Вот представим себе, что есть, допустим, 4-байтовое целое число. Как реально эти байты расположены в оперативной памяти? Возьмем 4-байтовое целое число и разобьем, и представим его в двоичном формате. Затем этот двоичный формат разобьем на группы, на октеты по 8 бит. Значит, у вас трансляция не идет, и пока ничего нет. А кто не идет? Но у вас демонстрации экрана нет. А сейчас будет. Она для этого-то и не очень нужна. Сейчас будет. А, хорошо. Да. Угу. Так. Вот, пожалуйста, да. Разбили байт на... Sorry, 4-байтовый int на 4 октета. Ведь смотрите, если мы записали двоичное представление числа, у него есть, ну и, например, записали его побайтно, у него есть младшие байты, то есть low significant, и есть старшие байты. То есть если байты рассматривать просто как двоичное число, то точно так же, как в десятичной записи у нас есть младшие цифры и старшие разряды, точно так же мы можем сказать, что у нас есть младшие двоичные разряды и старшие двоичные разряды при записи числа, правильно? Ну, в бинарном представлении разницы никакой нет. Возникает вопрос, как же они хранятся в памяти? А младшие байты по младшим адресам или нет? И вот оказывается, что бывает и так, и так. На интеловской архитектуре, вот Intel 32-битовый, Intel 64-битовый, младшие байты числа хранятся по младшим адресам, что вроде бы выглядит как естественно. Такое представление называется Little Endian. А на многих других процессорах, например, вот на той же Motorola 68000, о которой мы говорили как-то в начале, представление другое. Старшие байты, например, 4-байтового числа, лежат по младшим адресам, то есть число расположено в противоположную сторону в памяти от возрастания адресов. Как вы думаете, почему? А просто потому, что так казалось человеку легче мыслить и легче это число написать. Ведь смотрите, когда мы пишем число, мы его пишем слева направо, и у нас левые цифры самые старшие, правильно? Левые цифры старшие разряды. Да, да. А адреса, ну, вот, когда мы пишем слева направо, как бы концептуально возрастают в ту сторону, в которую... пишем. Адреса возрастают слева направо, а значащие цифры справа налево. Вот именно поэтому многие процессоры использовали такой, казалось бы, в общем-то, более интуитивный Big Endian формат. Адреса, ну как бы в этой визуализации, слева направо, а значащие цифры, наоборот, справа налево возрастают. Потому что так писать удобнее. Это соответствует просто конвенции, которые человек использует в своей письменности.
Хотя, в общем-то, ничего не следует, что компьютер должен использовать ту же самую конвенцию. И вот Intel, в отличие от Motorola и многих других, он это изменил. Он использует и то, и другое слева направо. То есть адреса возрастают слева направо, и значащие цифры возрастают слева направо. Это как бы мы писали числа, у которых старшие разряды справа, инвертировав порядок цифр. Точно так же инвертировав порядок двоичных цифр, двоичных битов. И когда мы обмениваемся данными через интернет, ну, в том числе посылаем там TCP-месседжи, пытаемся connection установить, например, то мы не знаем, какой, собственно говоря, компьютер на том конце, правда? Ну, вот так вот. Не знаем и не можем знать. Использует ли он Big Endian формат или Little Endian? Поэтому для интернет-протоколов принята конвенция, что все числовые данные, которые мы посылаем, должны быть в Big Endian формате. Big Endian, он же называется Network Byte Order. Network Byte Order или Big Endian. Кстати, знаете, откуда вот эти вообще слова пошли? Big Endian и Little Endian. Помните у Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера»? И когда он попал в страну, не помню, то ли лилипутов, то ли великанов, там два королевства объявили друг другу войну, потому что одни разбивали куриное яйцо за завтраком с тупой стороны, а другие с острой. Помните такой эпизод? Ну, не очень. Да, и военные силы пытались доказать, как же это правильно делать. Так вот, эти слова пошли оттуда. Те, которые разбивали яйцо с тупой стороны, назывались Big Endians. А те, которые с острой стороны, Little Endians. И каждый настаивал, что вот так правильно. И начали войну, которая продолжалась там много лет. Вот точно так же могла бы быть и война компьютерных архитектур. Одни утверждают, что Big Endian правильно, другие, что Little Endian правильно. Поскольку победителей здесь не будет и всегда будут решения и те, и другие, просто при стандартизации, международной стандартизации интернет-протоколов решили, что все-таки для обмена данными вот давайте использовать Big Endian. Вот, да будет так. И вот это мы как раз с вами не учли. Это означает, что когда мы формируем, опять же, не очень это хорошо, когда мы формируем любые структуры, с которыми работает наш сокет API, мы должны вот про этот Big Endian и Little Endian помнить. Хотя вроде бы, может быть, более разумно было бы, чтобы Connect, например, сам бы воспринимал наши данные в native формате и переворачивал бы их там в Big Endian, если нужно. Но он этого не делает. И в результате этого у нас была допущена ошибка, которая привела к тому, что мы законнектиться не можем. Смотрите, мы заполняем вот эту вот структурку, которая называется socadder-in, адрес. Все поля должны быть уже в правильном Big Endian формате. Хотя вроде бы мы ее еще никуда не посылаем. Мы ее передаем в системный вызов с Connect, а Connect уже будет решать, собственно говоря, что с ней делать. Взять из нее адрес, сформировать дейтаграмму, которая выйдет на провод, и вот там действительно она должна быть в правильном формате. А нет. Мы уже здесь должны ее сформировать в правильном формате. А что за формат? Она содержит всего два поля. SynOther и SynPort. Откуда берется SynOther? SynOther пришел из getHostByName. Помните?
Там у нас было несколько адресов, и мы случайным образом взяли один из них. Поскольку он уже пришел из функции, которая является частью сути API, то этот адрес уже пришел в правильном формате. Он уже big-endian. Как 32-битовая последовательность. Она уже big-endian. Поэтому здесь все нормально. У нас был IA-pointer на эту структурку, и мы просто ее присваиваем. Значит, в Senator записываем то, на что показывает тот pointer. Это окей. А вот с портом ситуация гораздо хуже. Чтобы сформировать правильный порт, мы должны, во-первых, порт 16-битовый. Наш порт, наша переменная порт, в которой был записан порт, она была 32-битовая. Ну, у нас это int. Это означает, что когда мы сделали просто synPort равно порт, до этого у нас было вот так. Вот так делать не надо. У нас было synPort равно порт. Во-первых, слева 16-битовая величина, справа 32-битовая. Что в таком случае делает C? Значит, он просто делает truncation порта до соответственно, формат, который вмещается в левую часть, до 16 битов, и оставшиеся биты присваивает. Естественно, он берет lower bytes этого порта. Окей. Но в какой последовательности? Synport должен быть big-endian. А мы этого гарантировать здесь не можем, потому что порт все равно оставшихся имеет, значит, 4, sorry, по крайней мере, 2 байта, и последовательность будет инвертирована. Поэтому, чтобы это сделать корректно, то есть корректно записать порт, на который мы коннектаемся, мы, во-первых, должны явно преобразовать наш порт, который был 32-битовый, в uint16t. Это означает взять от него 2 младших байта пока еще в Little Endian формате, в Native формате. А вот теперь применить стандартную функцию, которая тоже в одном из хедеров записана, h2ns. Это означает host order, ну host order у нас Little Endian, to преобразование в network, n for network, s short, потому что мы преобразуем 16-байтовые последовательности. Она описана где-то, не помню где, давайте посмотрим. Man h, sorry, h2ns. А, можно вопросик? Да, да, да. Нам получается каждый раз сейчас вот так надо будет переводить в будущем? Вот в том-то и дело. Если мы работаем на уровне низком C-API, то про это нужно помнить всегда. Вот это описано в ARPA и net.h, вот эти функции. То есть достаточно где-то про это забыть, и у нас будут возникать случайные ошибки, когда у нас возникает incorrect argument в коннекте. Поэтому лучше так не делать. Лучше один раз реализовать какую-то reusable библиотеку, которая для нас будет это делать, ну, удобнее, наверное, это сделать на C++. Once and for all. И после этого мы можем передавать там int, порт, например, как int, и эта библиотека внутри. Мы, кстати, потом наш код, который сейчас реализуем, можем, наверное, в нее как-то и конвертировать. Будет это делать каждый раз. То есть нам не нужно писать эти функции и обрабатывать ошибки вот каждый раз, и где-нибудь мы все равно ошибемся. Сделать reusable компоненту, один раз ее оттестировать, и она будет работать. Вот в этом существенное value software reuse. Помните, мы с вами обсуждали, что признаки не очень высокого качественного уровня разработки ПО
там уровни 1, 2, 3, это отсутствие реюза. Вот мы с вами грешные сейчас, поскольку никакого реюза у нас пока нет, а мы пишем наш первый в жизни main на C, мы находимся на уровнях вот этих вот 1, 2, 3, непонятно где. Ну, хочется верить, что все-таки не 1, 2, потому что мы в C используем, а не, там, не PHP. Но до уровня 4 мы явно сейчас еще с вами не поднялись. А вот настоящая reusable библиотеки, которую мы, наверное, когда-нибудь создадим, когда у нас будет побольше опыта, они уже будут защищены от такого рода эпизодов, потому что мы один раз их создаем, тестируем, и после этого уже без изменений реюзаем в последующих проектах. Как вам такая идея? Лучше будет? Определенно. В том-то и дело, потому что помнить про вот это вот преобразование H2NS, это, ну, в общем, почти смертельно. И вот после того, как мы это сделали, мы сейчас нормально коннектимся. Видите, с паузой долго, но коннектится. Мы никаких сообщений об ошибке не получаем. Теперь быстрее, иногда медленнее, но работает. Вот в этот момент мы уже обменялись короткими месседжами syn.ekk с сервером www.fuzz.org. То есть мы уже успешно прошли connect. Ладно. Слушайте, осталось совсем немного. Если мы успешно прошли connect, можем даже... Ну, если ничего не произошло, значит хорошо. Successfully connected. Опять же, connect — это блокирующая операция. Вы видите, что в одном из эпизодов он занял довольно много времени, там несколько секунд. Поэтому если у нас есть... система, состоящая из там, нескольких kernel threads, например, постиксных threads в Linux, это окей. Connect заблокирует только тот thread, который пытается коннектиться. Остальные threads работают как ни в чем не бывало. А вот если мы используем user-level threads, или как мы их называли, зеленые threads, помните, green threads, про который kernel ничего не знает, то попытка вызвать блокирующую операцию, а мы уже дважды это делали. Первый раз у нас блокирующая операция была get-host by name, которая представляла собой тоже несколько скрытых сетевых операций. И вот вторая блокирующая операция у нас connect. То тогда она приведет к тому, что весь процесс заснет на это время. Вот это уже крайне нежелательно. То есть это означает, что, помните, мы говорили, у нас может быть такая ситуация, как concurrent система с cooperative scheduling threads. Cooperative scheduling означает, что это один CPU, и обычно это такие green threads без помощи операционной системы. За счет этого они более легковесные, простые, но у них есть cooperative scheduling. Вот для cooperative scheduling то решение, которое у нас здесь есть, оно явно не подходит, потому что мы уже дважды блокировались. Сейчас это окей, но если у нас много кооперирующих threads, именно кооперирующихся, то то, что мы здесь делаем, это не кооперативное действие. Мы таким образом благополучно заблокировали бы весь процесс и все остальные threads тоже. Как эту проблему решить? Мы с вами, наверное, потом сделаем. Пока нам нужно просто вот этот вот путь сейчас дойти до конца. Ну, а теперь, собственно, что? TCP Connect – это еще не HTTP, это TCP Connect was successful. Теперь что мы делаем? Так, я вылез за пределы.
размера. В C можно две строки написать просто stick в stick, соединив через пробел. Это имеет такое хорошее английское слово juxtaposition. Juxtaposition – это просто соединение двух объектов через пробел. И компилятор во время компиляции соединит их в одну строку. Поэтому если вы не вмещаетесь в 80 символов на строке, вы можете просто строку разбить. Компилятор за вас ее потом все равно соединит. Juxtaposition. Что теперь? TCP Connect Successful. Дальше что делаем? Какие будут предложения? А реально-то мы через какой протокол данные будем в сервер запрашивать? Через HTTP? Через HTTP. Значит, нам нужно инициализировать HTTP-сессию над TCP. Окей. Вот это мы сейчас и будем делать. From now on мы уже работаем не через ядро. Ядро нам дало только TCP Connect. А вот HTTP как session level мы, извините, должны реализовывать сейчас сами, для того, чтобы чего-то произошло. Значит, ну, как устроен HTTP протокол? Он посылает всего несколько строк на сервер. Первая строка – это GET и путь к тому ресурсу, который мы хотим получить. Дальше хедеры. Несколько стандартных хедеров. Ну, мы обойдемся там каким-нибудь, наверное, абсолютно минимальным числом хедеров. Значит, мы посылаем этот месседж на сервер и после этого начинаем вычитывать ответ. Что же он нам ответит? Если мы что-нибудь пошлем не то, какую-нибудь чушь, то... Соответственно, получим ответ, что или никакого ответа сервер просто отсоединится, или получим сообщение о том, что у нас был formed request. Мы будем использовать HTTP 1.1. Это стандартный протокол. Не будем сейчас использовать 2.0. 2.0 для performance, for performance reasons, может быть удобнее, но мы используем значит, HTTP 1.1 request. Значит, ну, как этот request формируется? Он выглядит вот так. Get, после этого pass. Помните, мы когда парзали URL, у нас там pass был. Вот сейчас мы его начинаем использовать. Уже host и port мы задействовали, по хосту определили IP, а pass к ресурсу, который мы будем получать, вот он. И дальше мы указываем, собственно, HTTP 1.1 в качестве протокола. И дальше, значит, формируем хедеры. Ну, окей. Значит, давайте мы сделаем какой-то локальный буфер, потому что пас у нас может быть любой, значит, в котором мы... будем этот request формировать. Ну, сделаем, например, char, там какой-то buff длины 1024. 1024 у нас точно совершенно хватит для того, чтобы мы могли заполнить буфер. Да? Значит, ну, что мы делаем? Значит, используя, допустим, sprintf, ну, так проще всего, хотя... не самый эффективный способ, мы формируем вот эту вот строчку. Значит, в буфер записываем по шаблону get, потом %s, это как раз наш пас, http
1.1. Потом переход на новую строку. Переход на новую строку в HTTP-протоколе. Кстати, опять же, есть две разные конвенции, как новую строку сделать. В Unix-конвенции это просто символ newline, который все мы записываем как backslash n. А в Windows это carriage return, backslash r и newline. Опять же, поскольку разные системы не могут договориться о том, как правильно, интернет-протокол, в данном случае HTTP, требует лучше оба. Carriage return и newline. Значит, get, путь, HTTP 1.1. Дальше начинаются хедеры. Но HTTP 1.1 требует, если я правильно помню, только одного хедера, который означает connection, вот буквально так, keep alive. А может быть, кстати, и нет. Он может потребовать еще и header host. Ну ладно. Значит, как мы с вами выяснили, мы можем делать juxtaposition строк, в данном случае форматных строк. Так легче писать. Давайте сделаем header host. Это, собственно, тот хост, с которым мы хотим соединиться. И вот connection keep alive. И хедер заканчивается еще одной пустой строчкой. Carriage return new line. Вот что мы загоняем в буфер. Значит, первый аргумент это path, который у нас был. И второй аргумент это hostname. HTTP 1.1 host хочет еще раз услышать свой hostname, хотя мы к нему уже присоединились. Где у нас там hostname? Вот у нас hostname. Zero terminated, да, который у нас был get host by name. Ну, хорошо. Path и второй аргумент это hostname. Запрос сформирован. Вот теперь мы этот запрос отправим через сокет. У нас уже есть сокет, который коннектнут к серверу. И мы через сокет отправим этот запрос. Для того, чтобы отправить запрос, можно использовать системные вызовы. Или системный вызов write. То есть мы просто пишем информацию в сокет. Write на самом деле работает для любых файловых дескрипторов. Если файловый дескриптор это именно файл локальный на компьютере, который мы здесь открыли, то write пишет файл. Если это сокет, то он посылает информацию через сокет. Но более специфическим системным вызовом для сокетов именно является send. Ну, как легко понять. Поэтому, ну, давайте, наверное, send использовать. Значит, опять же, значит, делаем rc равно send. Ну, send что? Send этой строки. Что нам send дает? Send дает... Первый аргумент – это сокет-дескриптор, буфер, вот, который мы сформировали, длину и флаги. Но флаги в данном случае нам не нужны, и они будут нулевые. Значит, send, сокет-дескриптор, вот этот buff, длина, сколько у нас здесь байтов? Ну, это можно легко сделать через функцию strlen, которая дает длину строки до... zero терминирующего до последнего нулевого символа. И флаги у нас будут нулевые. Ну, опять же, проверяем, что мы получили. Если мы не смогли по какой-то причине
послать, то у нас получается cannot send HTTP req. Давайте, кстати. Ну, хорошо, значит, cannot send HTTP req. И опять то же самое, значит, что у нас будет? Будет сообщение об ошибке почему. И на всякий случай еще и равно напечатаем. И все. Тогда return one. Так. Значит, если мы достигли вот этой точки, то мы каким-то образом послали наш запрос. Кстати говоря, под конец мы должны сделать, ну, вообще-то так, желательно сделать такой небольшой клинап. Во-первых, мы желательно должны явно закрыть сокет, который у нас открыт, и при этом операционная система пошлет фин на сервер, потому что если фин не послать, то сервер уже не знает, что наша программа терминировалась, и будет нам, возможно, еще посылать какие-то данные, а это бессмысленно расходует ресурсы сервера. Поэтому лучше сделать close sd. Более того, вот этот вот close лучше всего сделать и во всех случаях, когда мы делаем premature exit. Просто, как знаете, чуть-чуть такой вежливый клинап. И опять же, это довольно tedious, как вы видите, везде расставить, где у нас до connection это не обязательно, но все равно. Везде, где у нас был создан сокет, вначале значит, для него создавать close. Кстати, чтобы вызвать close, нам нужно еще сделать include unistd.h. Ну ладно. Так. Поэтому C++ дает нам гораздо более удобный механизм. Если мы до планового окончания заканчиваем выполнение нашей программы, то мы можем обернуть сокет в объект, у которого есть деструктор. Такое понятие в C++, вы о нем вскоре узнаете. Деструктор автоматически, деструктор выполняет некоторые действия, которые в нем прописаны, по уничтожению объекта, тогда, когда объект становится недоступным. Ну, например, вот он был создан, а программа, в которой он был создан, заканчивает работу. Все, это означает, что на нем автоматически, где бы мы не зафиксировали ошибку и не сделали return, автоматически выполняется деструктор. И тем самым нам не нужно помнить все вот эти места и явно там писать close, close, close. Нам достаточно обернуть этот сокет-дескриптор в объект, и после этого всякий раз, когда объект прекращает свое существование, он автоматически, на нем автоматически будет вызван деструктор, а деструктор мы реализуем так, чтобы он сделал close. Это гораздо удобнее сделать в C++, чем в low-level C, которым мы сейчас пользуемся. Ну а здесь пока приходится так. Окей. Значит, close fd. И еще. У нас был malloc. Он, видите, там, pass это malloc там, passlen плюс один. В этом случае желательно, ну, просто чтобы там, если мы будем использовать какой-то memory debugger, у нас не было сообщения, что была инициализирована, но аллокирована, но не освобождена память, но тогда лучше сделать free, освободить эту память, которую мы аллокировали меллоком. Но, к сожалению, мы написали наш C-шный код сейчас так, что это сделать нельзя. Это сделать нельзя, потому что обратите внимание, как у нас сейчас pass реализован. У нас pass реализован так,
что он иногда показывает, в зависимости от условий, он иногда показывает на динамически инициализированную память, а иногда показывает на статический объект. Вот на эту константную строку. И если пас показывает на константную строку, а мы ему сделаем free, это означает знатный краш всей системы из-за ошибки управления памятью. Опять же, если бы мы были в C++ и использовали бы стандартный класс string, то мы обошлись бы без этой проблемы, потому что у него бы был дистрактор, и он автоматически эту ситуацию бы отрабатывал. Здесь мы не знаем. Вот это вот очень большая проблема с управлением памятью в C, и одна из причин, почему вот эти low-level функции в C в общем лучше не использовать, потому что вот у нас есть pointer на какую-то память, а мы не знаем на самом деле, куда он показывает. То ли на статический объект, то ли на динамическую память, которую malloc эллокировал. Освобождать эту память в конце, не освобождать, это нам неизвестно. Вот посмотрите на эту проблему, и ее достаточно важно осознать. Поэтому C-программы очень-очень-очень часто страдают от ошибок в управлении памятью. Ну, что мы будем делать? Пока оставим как есть. По-настоящему потом просто будем пользоваться C++. Поэтому пас освобождать мы не можем. А сокет закрыть, ну да, можем, в конце концов. Окей. What's next? Next. Ну, смотрите, запрос мы послали. Значит, нам остается сейчас прочитать ответ. И hopefully мы получим какой-то вообще разумный ответ от сервера. Ну, давайте. Вот здесь возникает интересный вопрос. А если у нас был системный вызов send для того, чтобы послать запрос, то, соответственно, есть его counterparty, это системный вызов receive, который пишется в 4 буквы, receive. Который позволяет получать ответы. Две остальные формы, вот receive from и receive message, они больше для UDP. Нам достаточно будет обыкновенного ресива. Вопрос заключается в том, что мы никогда, собственно, не знаем, а сколько же байтов нам в этом ответе послал сервер. У нас есть локальный буфер, ну вот этот вот, который на 1024. Мы в нем сформировали респонс, и давайте в него же получать ответы. И получать до тех пор, пока сервер что-то посылает. Ну, попробуем. Это приведет нас к еще одной проблеме, которую нужно будет увидеть. Но пока давайте сделаем это таким вот самым примитивным образом. Будем это делать в бесконечном цикле, потому что мы не знаем, сколько, какие респонсы мы будем получать. И это означает, что рано или поздно этот цикл заблокируется, когда мы вычитаем все данные, которые нам послал сервер. Ну ладно. Как с этим бороться? Есть несколько способов.
их с вами рассмотрим. Пока такой совершенно простой, наивный подход. While единица, бесконечный цикл. Мы сами знаем, что мы из него не выйдем. То есть, к сожалению, вот этой даже точки close SD и return zero мы не достигнем. Но мы хотим посмотреть, что будет. Мы делаем receive. Receive ждет, пока появятся хоть какие-то данные, и когда данные появятся, записывает их в наш буфер. Receive из того же самого сокета в наш buff. Максимальная длина буфера — это 1024, но мы не хотим это здесь повторять, потому что мы потом в одном месте изменим, а в другом месте забудем. Поэтому мы можем вместо этого сделать size of от buff. И флаги. Ну, флаги нам в данном случае не очень нужны для ресива. Опять же, если каким-то образом мы получили код меньше нуля на ресиве, то это означает ошибку. Ну, например, какая-то ошибка соединения. Connection dropped. Ну, или там что-то в этом роде. Окей. Леонид Альбертович, можно вас немножко перебить? Да, пожалуйста. Дело в том, что у нас сейчас будет пара английского в 12:30. Нас ждут. Очень хорошо. Поэтому, значит, ну, видите, может быть, мы сможем... Да, мы сейчас закончим. Спасибо, что вы мне об этом сказали. И возобновим. Значит, смотрите, дальше у меня будут тоже совещания где-то. В какое время вам удобно будет вернуться? Чтобы вы пообедать успели, чтобы не слишком рано и не слишком поздно. Вот как вам лучше будет? Ну, какие предложения? Ну, я не знаю, как другие, но, может быть, как вчера, в 4, если у нас в 2 закончится и... Давайте в 4 часа возобновим. Очень хорошо. Давайте. У меня тоже к этому моменту все основные мероприятия закончатся. И мы с вами сможем спокойно продолжить. Окей? Пока все. Спасибо. Спасибо. Скажите, а где будет выложена эта запись? Да, все записи у нас пока на моем компьютере. Я пока вы занимаетесь английским и обедаете, я их положу на YouTube. Хорошо, спасибо. Спасибо. Вот, остановимся пока на полстрочки, но у нас уже конец близок. Всего хорошего. Спасибо. 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 До 4. Да, до 16:00. Спасибо. До свидания.